Сегодня первое воскресенье после Пасхи, которое имеет красивое латинское название «Quasimodo Geniti». Это название восходит к латинскому антифону «Quasimodo Geniti Infantes Alleluia», как новорожденные младенцы Аллилуйя. Была древняя традиция в первое воскресенье после Пасхи принимать крещение, поэтому в некоторых церковных традициях, как, например, в англиканской, это воскресенье до сих пор называется «белым воскресеньем», потому что крещаемые надевали белые одежды. Мы вспоминаем об этом обычае и традиционно празднуем конфирмацию в нашей общине именно в первое воскресенье после Пасхи. Сегодня братья и сестры сказали свое «да» Богу и Церкви и вступили в нашу общину. Это осознанный шаг, который, мне кажется, не будет лишним ни для кого. Сегодня, в день конфирмации, у меня день рождения. И так получилось, что вот у меня сегодня двойной праздник. Для меня это только свидетельство перед церковью, перед людьми здесь, перед архиепископом, потому что я о своем желании внутреннем. Но внутри себя я уже давно лютеранин. Сердечно приглашаем вас на наше воскресное богослужение в 11:30 в кафедральном соборе святых Петра и Павла.